Электронный кассир – это устройство для автоматизации процесса продаж. Покупатель не стоит в очереди, оплачивая покупку через терминал. Предприниматель экономит на зарплате. Вы наверняка видели такие в аэропортах, ресторанах быстрого питания. Такой кассир подойдет и для салона красоты, автосервиса, рынка и даже музея. Подробности по ссылке в описании зрителям канала «Реальная журналистика». 10% скидка. В Госдуме предложили создать программу по борьбе с одиночеством. Слушайте, я ржал, когда об этом услышал. Вот прям сразу представил себе такую картину: звонок в дверь, за дверью испуганный человек смотрит в глазок. На лестничной клетке, наряд полиции, возможно, с собакой кто-то. Мы с программы по борьбе с одиночеством. Одевайтесь, поедем на шашлыки. Блин, ребят, им еще и скорую за собой таскать придется сто пудов начинаем. А по поводу борьбы с одиночеством я не пошутил сейчас. Автором идеи выступил уже известный вам депутат от ЛДПР Свинцов. Я как-то про одну его бестолковую инициативу рассказывал. Сейчас, правда, не помню, про какую. Причем выступил он с этой идеей. Три месяца назад. Тогда, впрочем, его не услышали, не до семейных ценностей было, пенсионеров же ограбить собирались. И вот господин Свинцов снова активизировался. Сегодня из-за наличия огромного количества соцсетей и общения посредством интернета сокрушается парламентарии. Люди практически перестали общаться вживую. Так давайте им поможем. Теперь что человек предлагает: первое пропагандировать семейные ценности по телевизору, создавать специальные телевизионные программы за государственный счет, разумеется. Причем ни одну и не две, а чтобы на каждом федеральном телеканале такая программа была, на каждом региональном телеканале. Еще можно снимать фильмы по этому поводу. Да, да, вы угадали тоже, за счет налогоплательщиков. И это уже второе. Третье. Необходимо ввести показатель, по которому будет оцениваться работа губернаторов и мэров в данном направлении. А теперь предлагаю слегка отвлечься от темы, потом объясню, зачем. Вот я ехал по своим областям курирования, Кастранская, Ивановская, Владимирская. И мы общались там и с главами сельских поселений, и с обычными гражданами. И там ситуация ну, просто абсолютно уже чудовищная. То есть вы можете себе представить, бюджет небольшого сельского поселения, в который входит до 40 деревень, полтора миллиона рублей, при этом только затраты на электричество, чтобы значит, обеспечить деятельность администрации, клубов сельских и так далее, более двух миллионов рублей. Вот, данный видеофрагмент продемонстрировал нам всем, насколько плачевна ситуация в малых городах и весях. Бюджет зачастую в таких населенных пунктах меньше, чем люди платят за услуги ЖКХ. И это обстоятельство господина Свинцова Дюжи беспокоит. Ну, во всяком случае, беспокоило запись от 31 октября. А теперь подумаем, что он предлагает сегодня. Давайте, говорит, теле... наклепаем телепрограмм, целую кучу, вломим туда тонны бюджетных денег, если кто не в курсах, средняя себестоимость телепроекта на федеральном канале от полутора до двух миллионов рублей за один выпуск, фильмы, говорит, давайте снимать художественные, пусть Михалковы подзаработают, ну и губернаторам с мэрами палочную систему придумаем, ага чтобы у одиноких людей еще больше проблем было, к примеру, чтобы на работу неженатых и незамужних перестали брать как вариант, дабы статистику не портили, чтобы полицейские участковые им нервы мотали, ну и так далее. Молодец! Я, правда, не понимаю, как это поможет одиноким россиянам стать не одинокими, хотя вру. Понимаю, у нас теперь еще и в ЗАГС люди могут начать ходить из чувства страха, прям Представляю, идут такие россиянин Иванов с россиянкой Петровой в сторону дворца бракосочетаний, а за ними наряд полиции с дубинками, не дай бог, не распишутся, почки опустят. А для чиновников какая красота? Слушайте, почему это, господин губернатор, вы до сих пор не сделали дорогу в поселении Верхние Пупки? Так у нас же денег нет на эту дорогу, она... 3 миллиона стоит, так вот же у вас 100 миллионов на счету болтается. Нет, это деньги на производство телепрограммы о семейных ценностях. Государственный проект, между прочим. А, ну ладно, тогда пусть жители этих пупков дальше ноги ломают и в грязи тонут. Главное, что у них теперь передача правильная появилась. Ой. Что они там курят, а? В Думе. В смысле, это реальная журналистика. Я уже названия для своих программ идиотски устал придумывать. Ну пусть сегодня и будет. Мы рождены, чтобы тупость сделать массовой. Поехали! А следующая история, ребят, еще более ржачная, рассказываю. За Уралье, город Пермь. И живет там такая Ольга Накорякова, которая трудится заместителем руководителя управления службы судебных приставов по региону. Год назад, в сентябре 17-го, госпоже Накоряковой позвонили по телефону, причем по служебному, Собеседник на том конце провода представился высокопоставленным чиновником из Москвы, а затем сообщил, что непосредственный начальник зам главного пермского прокурора снят с должности. И вот сейчас просто затаите дыхание и попытайтесь прочувствовать, предложил на Коряковой купить эту должность. Дама даже думать долго не стала, этим же вечером тряхнула какого-то коммерсанта, типа заняв у него денег, и перевела те деньги на указанные счета. И ведь прикол в том, что развели дамочку-то оказалось, и об этом она узнала уже на следующий день. А вот что было дальше, вы никогда не догадаетесь. Как по мне, это дико даже для России. Тетенька в полицию пошла, заявление писать. Это про нас с вами песня, кстати, только что была. Мне просто в дыхании надо было перевести, потому что я в шоке. Мне интересно, какая формулировка красуется в том заявлении. Я пыталась купить должность своего начальника, а нарвалась на мошенников. И ведь у дамочки это заявление приняли ФСБ, этим делом занималась почти год, сейчас на Каякова признали потерпевшей. Жалко я в эфире, так материться хочется. Человек дал взятки, а взятку в попытке кинуть государство, а потом пошел к этому государству за защитой, мол, поможите, меня обманули. Слушайте, а что судья, а суд ведь все равно когда-то случится так вот, а что судья в своем постановлении напишет? Подсудимый взял взятку у потерпевшей, пообещав продать ей кресло большого чиновника, но не выполнил договоренностей в полном объеме, приговорить, ну и там к чему-нибудь. И Калаврат. Колорад, в какой другой стране мира подобное еще возможно? Сейчас хочу обратиться к ватникам, которые зато у нас все стабильно. Вам на самом деле... Такая стабильность нужна. Да в паспортах такими темпами скоро начнут писать чмошники. Будем продолжать улыбаться и махать. Ага. А вот эта вот история не смешная на самом деле. Это трагедия. Трагедия, которая лично меня заставила задуматься и так. Россиянка Анастасия Попова, отдыхавшая со своей матерью в Дубае. Попала в очень тяжелую ситуацию. В разгар отпуска у мамы Насти стало плохо сердцем, потребовалось медицинское вмешательство. Никто из тамошних врачей не захотел брать на себя ответственность. Кроме того, туристическая страховка медуслуги не покрывала. Соглас... А помочь согласилась одна единственная частная клиника. Поповой старшие сделали операцию, однако спасти женщину все равно не удалось отказали почки человек умер. А вот дальше начинается бред сивой кобылы. Счет за услуги, которые выставила больница, оказался неподъемным для Анастасии почти 15 миллионов рублей, а без оплаты ей не отдавали тело матери. Она взывала о помощи, и ей даже помогли мои коллеги, ну, чем могли. Анастасия Попова, потерявшая мать, не представляет, как можно пережить еще одну беду. Врачи из клиники Дубая, которые не смогли спасти ее самого родного человека, теперь не отдают тело. Она в который раз всматривается в платежные документы, считает нули. Если сумму перевести в рубли, получается почти 15 миллионов. Столько запросили доктора за свои услуги. Посчитали все. Госпитализация, реанимация, отдельная палата. Теперь добавилось еще и содержание в морге. Почти три недели мама провела в коме. Я была с ней каждый день. Резонанс данной истории, впрочем, не получила. Всем оказалось плевать, хотя вру, нет, не всем. Об этой истории узнали власти Дубая, шейх Мухаммед, дальше просто не смогу выговорить. Человек взял и за счет собственных средств оплатил. Все это дело оплатил перелет Анастасии, перевозку тела ее мамы на родину, знаете, так и хочется сказать, твою жизнь. Мы каждый день на экране телевизора созерцаем откормленные рожи всяких разных недоразумений, которые дуют нам в уши, какая Россия великая страна. Да блин, гражданин этой великой страны умер на чужбине, и ни одно тело из числа представителей власти даже не попыталось помочь. Зато мы смеемся над американцами, которые, между прочим, тратят миллионы в то, чтобы вбить в сознание людей, что Белому дому важен каждый гражданин страны. Вспомните фильм «Спасение рядового Райана». Там по сценарию на уровне президента люди озаботились, что какого-то солдата забыли на войне и поехали этого парня вытаскивать. Вот что значит национальная идея. У нас только треп по телевизору, мы воюем на Донбассе, потому что защищаем там русскоговорящих жителей. Так вы там защищаете, вам на своих-то чихать позорище. Лечение и вывоз тела домой гражданина мега Великой страны оплачивает некий араб. А пустозвоны из Кремля, Белого дома и издания на охотном ряду в это время опять лепят сказки про какие-то там прорывы. Сольют эти клоуды у нас, ребята, при первой же пожарной ситуации. Хотя о чем я опять? Мы нынче при... быть почетно. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в YouTube, ссылка на нее прямо надо мной, больше гимнастики для ума, заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем и мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Сегодня можно опираться только на российский народ. И если я увижу, что такой поддержки идет, я ни одного дня не останусь в своем рабочем кабинете. Раз, два, три. Путин, уходи. Раз, два, три.